Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, и мы находимся на рейде базы Player 8341. Я уже чекнул эту базу на Ютубе. А там есть, в общем, лут здесь интересный. Если хотите ресурсы, типа стали, меди, она находится вот за этой стенкой. Здесь обычные ресурсы, типа гаечек, винтичек, там такие пластиковые штуковины. Я, так как не хочу тратить сишки, я иду прямиком вот сюда. За оружием, аптечками и так далее. Так, ломаем первую стену, нормально. И идем в самый конец. Вот тут у нас винторезик есть. Это хрен шума не создает, когда ломается. Здесь у нас есть... Что это было сейчас? Телепорты какие-то. Здесь у нас дробовичок. И здесь у нас 4 глока. Так, ну один покоцанный, не знаю, брать его, не брать. Посмотрим, здесь этот не открывайте, там вроде бы ничего интересного нету. Вот этот можете открыть, нет, хотя лучше вот этот открыть. Здесь у нас сэмп должна быть и телефоны. Так, заходим, наверное, сюда, я потрачу вот этот глок, нанесу чуть-чуть шума, но тем не менее тихо. Тихо, 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 тихо. Так, все, глок мы потратили. Пойдем сразу это все положим в чомпер. Чомпер, чомпер, чомпер. Так, винторез, дробовичок, М-ка, ну и один глок. Второй сюда положу, эти два пусть лежат вот так. Так, я смотрел, что тут в пикапе, что-то там пусто, окей. Так, смотрим, что у нас есть дальше, что тут есть интересного. Так, куда надо идти-то дальше? Я забрал телефон, я не знаю, буду их забирать, не буду. Я, наверное, предпочту забрать аптечки. Вот это еще можно открыть ящик. Тут есть чуть бензина, чуть-чуть кожи. Ну и все, части двигателя, если кому интересно. Вот этот ящик я бы открыл. Вот этот ящик я бы открыл. Интересно, зомби сюда побегут, если я сюда встану. Так, давайте, пацаны, умирайте быстренько, быстренько. Окей, умерли. Так, открываем вот этот ящичек. Здесь у нас аптечки. Это очень хорошо, здорово, прям топово. Открываем вот этот ящик. Здесь у нас тоже аптечки. Тоже все супер хорошо. В итоге мы уже сперли овер до хера аптечек. Так. Здесь, вот этот тоже можно вроде как открыть. Тут тоже интересный лутец есть. Так, смотрим. Да, тут у нас железо, доски и все такое. Так, пойду-ка я, наверное, заправлю свой чомпер. Немного, но все равно надо бы заправить. Так, вот двадцатка есть, отлично. Идем дальше. Смотрим, что у нас тут есть интересного. Здесь я бы забрал металл, наверное. И доски бы можно было бы забрать. Больше я ничего интересного тут не видел. Ну, вот это открыть можно. Ладно, давайте открывать дальше. Шума еще хватает. Тут у нас тоже аптечки, неплохо так. Тут у нас фильтры, красные талончики. Открываем дальше. Не знаю, даже стоит умирать или нет. Тут у нас тоже чуть-чуть. Так, в принципе, наверное, стоит умереть. Давай, 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 братюнь, умираем. Тобой ты чё? Ладно, пойду, наверное, чё идти-то здесь прям умру. Так, кстати, мне вот интересно, олень, чё ты мне дашь? Чё? Думал, боганутый олень, не суть. Так, сейчас мы быстренько вернемся. Итак, ребятки, я вернулся. Положил все, что было в чемпере, все на базу. Теперь будем забирать остальное. Что там осталось? Так, приехали.
79 шума. Нормально, еще можно открыть 3 или 4 ящика. Так, это мы надеваем. Это мы тоже надеваем. И это мы все забираем. Сейчас я положу сюда то, что можно положить. Например, те же аптечки. Почему бы и нет? Вот так вот. Так, здесь мы забираем все. Окей. Наверное, вот это мне стоит положить сюда. Это тоже положу сюда. Пусть тут лежит. Глок сюда, аптечка сюда. Вот, в принципе, вот как-то так. Так, посмотрим. Здесь талоны можно забрать. Не знаю, забирать, не забирать. Еще талончик. 20 батареек можно забрать. Больше ничего нету. Здесь у нас что? Ничего интересного. Вот не знаю, телефоны стоит мне забирать или нет. Ладно, пусть будут телефоны, наверное, штук 80. Думаю, хватит. Может, еще заберу. Так, откроем эти три ящика. Ну, или два. Так, еще 20 батареек. Батарейки я, наверное, заберу. Батарейки это интересно. Это все-таки медные слитки. Так, здесь у нас чего? Ничего. Окей. Так, если я сейчас открываю, там ничего нет, я просто забираю лут отсюда вот. Так, тут ничего интересного нет, то забираем еще себе телефончиков. Вот так и сваливаем, пока громила. Было приятно, нет, неприятно с тобой повидаться. Пока-пока-пока-пока. Все, можно, в принципе, ехать. Сейчас посмотрим, что в итоге я получил с этого рейда. Что интересного, что неинтересного. Это второй, по-моему, рейд подряд, где я ворую эксклюзивно аптечки. Вот так получилось, что у меня их стало не хватать. Из-за бункера, из-за вот этой вот полицейского участка, ну и еще. Так. Я их давно, в принципе, не делал, если только по квестам рейдеров и все. А так я уже, наверное, месяцев 6-7 так не крафтил. Если прям вот для того, чтобы у меня были, все время пользовался теми, которые накрафтил когда-то. Так, смотрим, 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 смотрим. Сюда мы положим огнестрел. Ну, эти два глока я буду считать, что взял с собой, аптечку тоже. Все по-честному. В итоге мы сперли... Так вот, так вот, так вот, так вот. Так, стоп, где мой лут? Про бензин тоже не стоит особо углубляться, там мало его было. Так, в итоге, что мы получили? Два глока, винторез, дробовик и М16, плюс 100 мобильных телефонов, плюс 220 аптечек, 20 железа, 20 сосновых досок, 3 талона, красных талона, 3 воздушных фильтра, 40 батареек и 20 кожи. В принципе, как по мне, лут довольно-таки топовый. Ну, а на этом все, я с вами прощаюсь. Если вам понравился этот рейд, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.